Нет, там равнина есть такая. На то ли коричневый, то ли что-то. Там, да. Вот. Like this. И ебашь дипломатию. Сейчас. Всем случайно. Сука, так нечестно, ебать. Да не, ну типа... Алина, то я... Так, а дипломатия это кто такой? В смысле, всем случайно? А ну-ка... А, серьезно? Почему нельзя... Это где я такой? А, это я мискликнул. Так. Я переделал, нормально. Он случайно мискликнул, поняли, да? Я выключу от каламбурочной. Это было бы намного интереснее. Нет, не было бы. Опыт тоже опыт. Я с последние каток лет 50 за квотлов играю, у меня уже мозг атрофировался за людей. Чел, я сыграл только 3. А твоя за кого? Одну за Винчи, две за Али. А, ты в смысле вообще в жизни? Да. Пиздец, 2 Винчи и 5 квотлов. За мое уважение. Че, вчера родился? Ну, онлайн, да. Так, нет. Это понятное дело, что ты не вчера родился, блин. Нет, ты вчера. Какая тактика? Зербиан центр, да? Хуёво это. Мне кажется, тебе зажмут булки у своей столицы. Ни хрена себе здесь квотов у нас. 5. Чаёнки, что ли, за квотов? Each competitor has equal access to resources on this rolling highland steppe. А вы из Англии, что ли? К сожалению. Я думал, англичанин для пана. Куда? Это странно, тут можно... Не. Нельзя? Не, я думал, что тут можно сразу союз кому-то предложить, что, мол, странно, обычно сперва надо обнаружить. Ты уже хотел это. Не, я хотел чита посмотреть. Голубой. Фиолетовый. Плохой опыт тоже опыт. Что за черный экран? У кого? Еще один? Че, блять, заразился, что ли? Ну, вроде все играется нормально. Да. Да он блефует. Нет. Да блин. Он, наверное, в туман войны залез просто. Ты чё, может, у тебя просто это, свет выключен в комнате? Давайте, еще какие шутки, накидывайте. Эти, короче, голова в жопу. Давай, я ослеп. Я же говорю, голова в жопу. Так вот, чё я так хорошо играю. Нет. Голубой.
Агент, ты вообще где? На то есть причины. Причины? Причины. Не знаю, где ты находишься вообще. А я знаю. А, все, да? С нулевой пошел до 6. Что это у меня в холодильнике? Амбробение? Амбробитие какое-то. Амбробена. О, блин. Мухи прилетели. У меня соседи самые лучшие в мире, нахер. Я так понимаю, это Данила Артём. Да чел, отстань. Не, не отстану. С нулевой души. А это Данила и я, да? Да не души. За что? За что? По с нулевой идёт души. Гля на него. Гля на него, пакость. Видели? Разбейник. Угошайся. Разбейник какой. А вот он преимущество. Ну, типа между кем городов много. Нас... Слушай, ты один с Артёмом не справишься. Или ты объединяешься со мной, или тебя выносит Артём. Вот, я, конечно, не эксперт, но желтого лучше пиздануть, потому что он красного теснит. Вот. Я красного просто один город ему оставлю, не волнуйся. Очень интересно. А я хуй знает, с кем мне получается, с Ловлитом. Давай оранжевый. Я не понимаю, чё ты хочешь? Пахос, ты свой караван забыл. Я стою с тобой заключить. Я же нажимал поднять. Не, ну это фид, я считаю. Пахос, ты свой караван забыл. Ты зря отказывайся, конечно. Потому что если Артём туда нападёт, то... Я нажимал принять, вроде, я не знаю, что. Ну отправь мне. Нажимал принес, больно не мне. Блять, а чё он у меня тоже? Оранжевый, нет, не мешай красному развиваться.
А, ладно. Пусть он это. Я вот чуть-чуть так прижал. Нихера себе. Погоди, давай сделаем вот так. После мира сразу же. Там я уже с другой стороны душу, да? Здесь персонаж. О, я Ларка с душой. Сорян, сорян, все, чувак, ухожу. Все фиолетовое, я тебя не трогаю. Окей, ладно. Оранжевый. Это. А. Чуть-чуть в центр сдвинься, ближе мне к Ларкусу. Да ним там слишком разросся. Да пацаны, это просто города, блядь. С точки да. Это не то, что вы думаете, парни. Я, блядь, как Германия, нахуй, там, в 30-х годах. Да пацаны, блядь. Это не армия. Вот такие мы культурные, изучаем истории по какой-то игре. Блять, а чё я не могу с союзом купить? Что за хрень? Чё за бать? Бать, потеряйся. Пацаны, кто хочет поторговать? Мне нужно слить энергию. Если бы только можно было. Я там просто мимо проходил. Это, конечно, заебись, но у меня только три маленькие шахты. Когда отчитываешься перед Сталином, почему так медленно добывается руда? Ты, конечно, заебись, но будет только три маленькие шах. Кто там союзник? Ловлет Тимоний на энергию. Я тебе энергию, ты мне Тимоний. Сколько меняемся? Нет, я не смогу. У меня нет вариантов. Тимония мало. Хорошо. Вообще я тут ни при чем. Это все карнацы съебаны. Все получил. Пипец, он конченый, реально, блядь. Через полкарты нахер. Пизда, я бы ему всю армию снес. Как будто бы мы видим. Охренеть. Бать, давай охуеть. Давайте пусту. Вот сейчас если... Ну опять не получится. То это грёбаный баг. Ну бой, все равно не принимает. Не принимает. Ну, а у тебя больше одного союза, значит. У меня нет союза вообще. Ну значит у Войда есть союз. А, серьезно? Разве так? Охуеть у тебя ковчег. Даже Ной бы прихуел. Погоди, откуда у тебя ковчег? Окей. Ну ты понял, кого хуярить, да? Я не понял, кого хуярить.
А чё, Войд с Лавлетом объединились? Не знаю. Возможно. Блин, Войд, ты как так меня не атакуешь? Хуй знает, а чё, надо? Знаешь, не надо. Да нормально, нет. Погоди, не догадываются. Ученые скрывают. Ладно. Ну чё, брейте жопу, пацаны. Я не знаю, почему друг друга атакуете. Так, на меня фиолетовый пошел. Ты ковчег не отдай. Так. Фиолетовый там погиб без кулдауна. Мне неприятно будет с тобой драться. Блять. Че, охерел? Все. Ты что, хочешь им дуть? Ладно. Окей. Интересно. Сейчас пиздатель будет. Вот сейчас. Блядь, от героя, отходи, 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 сейчас он его вдохнет. Бля, я же говорю, отходи. Да это печально очень. Что-то там красного зажали так конкретно. Я сижу молча нажал. Один город остался. Чё, блядь, они не вспомнили обо мне, нахуй. Помогай, ёбаное, всё. Зачем ты эти штормовые диски ебаные скрываешь? А хуй знает, что-то тыкнул случайно. Идёт синий негодяй. А я так тыкнул случайно. Делал он этих, блядь, механических. Он дурак. Надо их вынести как-то побыстрее. Ну как? Успеешь. Успел, блядь. Питер. Канди. Ой, блядь, ты там чё? Что-то я даже не знаю. Герой заебашь синего, герой заебашь синего. Желтый. Да, я не дотягиваю. Я бы тоже хотел. Хорошо тогда. Не-не-не-не. А чё, перемирие тут на весь союз кидается, или как-то понять не могу?
Оранжевый, хорошо. Перемирие с синим сделай. Блять, не могу нахуй. Я не могу с ним драться. Я тоже с ним не могу драться. В течение двух минут. Ой, что-то страшное, армия. Зеленый, ты кто? Давай его ебанем. Ох, ё-моё, вот это плохо. Какие-то страшные преобразования. Кажется, фиолетового ляпаса. Мне надо... Знаете ли, я посиду их ничего не учить этого не использовать. Калькулятор. Да. Леонардо? Я... Чё? Я спрашиваю, как тебе... Ой, блин, калькулятор. Ладно, я соглашусь. Подожди, у кого? У кого калькулятор? А, точно, ты же... Че? Он. А он кого-то? Где мой герой? Пошли эту хуету электричество ебанем. Че, думаешь, стеру поломаешь? Насосать. Ты на косарь сел. Ты на пенек сел. Пенек отдал. Куран Байрам отпраздновал. Чего? Что это за шахты? Почему они добывают? Кто не знает? Кто не знает? Запел. У меня есть подозрение, что он тупо хочет. Да не, все нормально, это я просто Лавкос разрешил ему мне на шахту ставить. Ничего. Да не, ты же понимаешь, что три идола. Пизда твоего героя. Герой просто похуй, со всех сторон нахуй. А. Блять, что происходит? Короче, лучше есть у тебя. Есть у тебя. Я на руке ковчегу. 400 тимони. Нет. Могу. Кто спрашивает? Кого спрашивает? 100 хотя бы. Леонардо, Леонардо, я тебе говорю, у тебя ковчега нет. Все. Аккуратно. Понял. Что-то у тебя так много войск. Блять, отступаем, да. Что-то у нас прессуют со всех сторон. Блин, от этих копий толку вообще маловато. Что-то они по казармам маленький урон наносят. Наверное, даже не помог. Затишье перед боем, да? Да не говори, блядь.
тебя еще разведчик остался, Леонард. Аху мы на этой шахте стоим. Ой. А, окей, там армия стоит рядом. Я думаю, что она не захватит. Сотку Тимо не можешь дать. Это что за хуйня, Алексей? Ха-ха-ха! Не ожидал, да? Я, кстати, не построил. Че, Алексей, ты что, родил? Оранжевый, помогай мне, пожалуйста. Иду, иду. Где твои войска? Хуять, хуять наверх. Вон туда. Это я понимаю, помощь от команды. Да. Сейчас я еще факты поломаю вообще. Тоже защитник. Понятно. А ты думал, там кто-то? Бам, просто. Двойная комба. Это называется полтора. Бежит, бежит он. Нормально, что на меня двое прям нападают. Так мы в союзе, парни, блин, вы что, не догадались? Ты кому говоришь? Моя твоя не понимает. Уничтожай срочно храм, он там очень полезные воздушные боевые единицы нанимает. Не надо, не трогай, ебать. Троллинг 80-го. Давай этого Питера заебашим. Бога это. Красный у тебя там. Ты как Швеция, блин. Серьезно. Швейцария. А я походу как больше. Так, а кто такой лакросс? Лакросс как Адип Лакросс. Лакросс это же игра какая-то. Вивля Кросс. Ой, ебать, я тут армию потерял. Все эти пизда нахуй. Так, оранжевый, иди дефай там у себя. Чё-то фиолетово душит, мне это не нравится. Это товарищ. Ты чё, фиолетовый, что ли? Я фиолетовый, ёбаного, меня уже... Я просто думал, знаешь, фиолетовый, а себе в третьем лице. Фиолетовый, да, мне что-то не нравится. Ребята, двое начали ебашить, а меня слышно или нет? Ну, чё, очень тихо. Кто там? Вы ещё одну панель... Ты что за... Кто её построил, признавайте? Синик, конечно, видно будет. Энергия на Ешку есть? Кастуй Ешку за город. Плохо слышно, кто там говорит. Вы еще одну планируете играть или нет? Я точно не. Так что навряд ли мы будем решать. О, значит, это мне мир объявилось, и мне сейчас отбить. А детей еще спать укладывать. Я тебе хочу помочь. А, на меня нападают. Ладно, тогда всем удачной игры. Красный, сорян, просто пехота мимо идет тебя, я про нее забываю. Ну, вроде там войск. Ты что, охренел? Я Швейцария. Швейцария, блин. Тебя просто в конце оставили. А, значит, меня красный сносит. Красный? Ладно, храни там свои города, фиолетовый.
Спасибо, что быстро не сдохли. Можно хотя бы северный вернуть. Самый блять, он там промышленных нахерачил, и теперь спамит войска Гондор. Это урод, блин. То есть он там не спамит, не хренишь. Вот поэтому... Вы таким поведением меня заставляете жалеть, что я сразу кого-то вначале не сношу нахер. Фиолет и жёлтый, да, я вижу, сейчас на красном пойду. В следующий раз точно снесу нахер. Это вы с кем там деретесь? Ебать, яма, это что это было? Агент, иди на жёлтом. Было бы чем идти. Мне нужно, да похуй чем там, с красным поможешь. Ладно, красный, давай мир. Ой, ковчег дашь, Леонардо, пожалуйста? Так, а это кто такой? Фиолетто? А, ну да, да, потопчись. Кто там он принял? А, блядь. Красный, ты принял мир? Не пойму. Да, да. Да я союз скорее имел в виду, сори. Союз нельзя такой. А кто говорит? Смотря кто спрашивает. Смотря. Да. Леонардо, ты там тикай. О, блядь. Что-то у меня армия кончилась. Да вообще как так? Знаешь, если бы у меня не было все на кулдауна, оно бы кончилось бы раньше. Армия твоя. Я же не спорю. Эх ты, встань. Надо было тебя вначале снести точно. Запишу себе ежедневно. Нет. No. No, God, no, please. Кого ты там ломаешь, ты? Казармы. Ломать не строить. Конечно. Лобак такая. Интересный. Чё фиолетовый вернулся? С разных сторон нас мочат, с разных сторон. Слышь, пакость. Иди отсюда. Это 500 за то, что у меня пиздец случился. Да, дави дальше. Нет, что-то не помню. На оранжевый переходи, фиолет. Значит, все за угар тут вообще нет. Кто-то изменился. Кто-то нехороший звучит. Слышишь, Аген? Мне кто-то хелпанет или чё? Помоги ему, Фиолет. А, тут пожилой Шпрэнк приехал. Сейчас давка пойдет, да? Аген! Что-то конкретно давят. Вот сюда. О, это интересно. Ларкос, у тебя нет по метке иди, по метке. 600, ай, то есть 500, Тимон, я тебе могу энергию дать 500. О, фак. Помоги красным. Не, все, я закончился. А ты, блядь, стоял, смотри, вот, вся вот эта вот пиздобратья, блядь, вот на третью карту сейчас на тебя пойдет. Ясные дни. Блять, там за ним у меня уже вынес. Ты кому-то хуй знает. Бля, походу нас запрессуют, Леонардо. Город это убил. Ну что же, это сраный город. Очень.
Блять, меня с твоего фланга Данил сейчас там схерачит. Help! Пиздец. Опа, готовь героя, Леонардо. Сейчас будешь этот копии создавать. Что делать? Копии создавать. Я нас, ну, короче, сейчас увидим. Вот что я сделал. Подводи героя ближе и создавай копию. Только ковчег где иди. У тебя только 3 уровень у героя, что-то так мало. Ну, у тебя где-то 4 или 5. Не, походу нас разносит. Отходим. Че, оранжевый, как дела? Восстанавливаешься? Да хуй пойми. Я тоже хуй пойми. Я от вас отъебусь, если вы от меня отъебитесь, зеленый. Ну, я ладно. К вам, в смысле, зеленый, блять, от... не отъебайтесь от меня. Все, блять, пошли оранжевый пиздец, фиолетовый, ебать, смотрю, они охуели, блять. Все, этот, Леонардо, не трогай. Чё нахуй? Надо восстановиться после его атаки. Ты чё, на змею посадил? Сдохни. Значит, лагнуло немножко. Утром почувствовал даже. Заебись. Ни одного не дал места. Оранжевый на тебя прут. Че, фиолетовый? Давай так. Вот это сделаем. Оп. А это красного все-таки не видите, да? Не оп, блять, он на меня пойдет, честно. Чужой. Подумай, как свет. Просить не зачем. Ты с двух сторон будешь зажат. Я не ебу, конечно, с кем-то в союзе, но ты будешь с двух сторон зажат. Это пиздец. Да. Точно сказал. Если не нас просто развезет, нас просто. Фиолетовый, давай, давай. Чё ты как? Нет. Да блядь. Блин, как же нужно калькулятор срочно, ёбан. Вот и всё. Сука.
Ох, там месяц. Сука твою мать, сука твою мать, бля, сука, бля, сука, бля, бля, бля. Короче, желтый план, фикс нахуй. Есть Тимоник? Ух, ебо! Ефу-фу-фу! Это пиздец. Ты сможешь их загасить? Не сможешь их загасить. Загась! У меня, блядь, там два ковчега, один ковчег, нахуй. Кто вон слили, нахуй? Да не, нереально, против троих тяжело, ребят. Чего вы такие злые? Просто двух типов ебать заебашили. Мы тут, смотри, какая у нас территория маленькая была изначально. Что там, больно бьется звезда после двух? Говно собачье, да. Да нихрена. Да, говно собачье, злоб вонючий. Я тебе там подпалил этих идолов только что. Ути, он идол. Одна таверна осталась. Мне эти идолы пережили там, не знаю, блядь. Байт 5. Нихуже, ты что, город отключения, ты ж что-то я про него вообще забыл, да? Блять, не успел спрятаться. Иди нахуй, не надо мне тут спрятаться. Я. Кстати, это нехило сбивает караваны, если о чем. А кто с кем в союзе? Синий с зеленым, да? Да. Что синего ебашь, синий герой там поддерживает, если что. Будет. Таким вот образом. Ебашь этого героя. Нет. Сосать просто. На, держать. Сейчас еще раз пойду. На тебе третий. На, блядь. Сосать просто, понимаешь? Слишком духа я героев, я перепутал, где мой, где ваш герой. Бля, сейчас город смысл. Тихо, 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 тихо. Ох, блядь. Давай, иду, доби, доби, доби. Сука, почти добил, что ли, блядь. Мог бы иду вам раздавить пехоту. Что за хуйня втроем против двоих играть? Неинтересно. Я так, блядь, с красным фиолетовым дрочил, еще с вами. Вдвоем фиолетово пиздили. Бля, нормально играется, пацаны. В смысле, блядь? Пока оранжевый мне помогал, вы там, блядь, дрючили с его с планом. Ничего, так что нихуя. Это было, блядь, не сразу. Да, да, да. Да ладно, не сыпу, сейчас я до него подрисую. Ча, короче, ебать, короче, ты, блядь, еще 400 тимония накопится. Нет, это мне стрикать. Рисовать его. Лучше я отойду немножко. Блять, заебал, оставь шахтеров хотя бы шахтеров. Пускай добывает. Башит стоит. То, что мы вдвоем мочили, это, во-первых, было честно, потому что мы были в союзе. Вот когда вы, блять, там свои скрытые неформальные союзы создаете, это вот некрасиво. У меня вон, блядь, ты видел три шахты, ебать, на 5 человек. Я ни с кем, кроме как с оранжевым, не сговаривался. Чувак,
помогать. Я тебя писал. Это супер оружие делается. Короче, держи гранат. Давай там держись, желтый у тебя, блядь, тимония дохуя. Сейчас, короче, мы сделаем. Ай, блядь, ай, больно, блин, больно ноге. Леонардо, отступай. Его в армию доставит. Копии вперед, а остальное я не знаю. Опа-на. Это кто там уже? Это Даниил, да? Блин, ну у Винчи на больших картах, конечно, преимущество. В этом плане. А, вот Артём говно захватился. Все еще к сил на помощь. Тебе вон машина на помощь летит, короче, желчь. Да я вижу. Мои Маши. Все красное, все герои красные. Если чё, могу энергии дать, если попроще, 500 могу дать. Надо, нет? А, блядь. Не, давай это, блин, давай назад отойдём. О, нет, не ходим, не ходим. Ни хрена, могу это Бля, он еще и стреляет. Тихо-тихо-тихо. Что это было, блядь? Ну красиво попал, конечно. Всех выдал. Что, ты все-таки сделал скилл? Давай город заебашим быстро. Не заебашим, не идти. Леонардо, можешь? Сколько? А сколько можешь? Больше. Вот. Блять. Все, пришли город. Я еще не тонул, да? А я думаю, что ты туда снула? Ты спас его! Ах ты ж кто ниже! Успел! Ты что у нас бирюзовый? Че, оранжевый синий гол на бирюзового? Оранжевый синий?
А, да, давай, погнали. Не, в смысле, синий и зеленый вот. Гоуна бирюзова, а то он что-то это разошелся. Да ебать, а просто центральный город. Офигеть, центральный город. Видишь, он левее центра. Ну, блядь. Так ты правы. Не, мне кажется, мы скоро просто поливаем, что меня это уже заебало. У меня уже полтретьего, это пиздец. Да. Что делать? Что, давай загасим кого-то синего, что ли? Дипломатия, это, она никогда не была честной, сколько я не играл. Да. У меня все ресурсы по нулям. Шучу, мне нихуя не нападай. Я так и знал. Город не отдай. И у тебя там в нем сидят два героя. Блять, я так и знал, что ты сейчас сюда пульнешь. Пидор. Да, я случайно. Вот-вот, Алексей, понимаешь, нужно против него настроиться. Пизда тебе. Байда. Зря ты. Блин, нахрен я кучку зданий. Да, ты ему попадал. Ну, я понял, ты не обидел. Я тебе там что за все, что ты мне сотворил. Начать что-то делать, да? А, Ген, ты, значит, нападаешь, да? Слышь, Ларкас, не фикс. Может, все передумал. Нахуёво, погнали. Просто вот это фиолетовый, что-то пришёл. Отлично, я с кем-нибудь подерусь, просру, блять, все обилки, и обязательно кто-нибудь еще нападет. Нельзя так просто оставить меня в покое. Так, не получилось, если оранжевый забыл. Там идея баснуть бирюзового еще как обычно четверка. Ебать, у меня все лагает. Я ожидал чего-то большего, а не симулятор Блицкрига, блядь. В этом вышел флагманшоп. Филета, я тебя в покое оставил, чтобы не вот, ты мне вот это вытворял. Что за безобразие, блин? Сначала красного в покое оставил, он пошел мне там сносить. Ну так всегда, делаешь людям добро, а они тебе... Вообще не говорили. Алексей там, блядь, нахуй. Давай этого разъебем, давай этого. Энергия. Желтый, есть энергия 300? Нет, сейчас, погоди, есть уже. 300. Без ковчега остался. У
Да, успел. Блять, он утонул. Вот сука. Но это все равно бот. Давай, давай. Все равно дышите. Да. Куда-нибудь. Я иду. Ну давай сюда. Правильно. Блядь. Вейд, продолжай сносить фиолетового, я пойду там через центр на фиолетовый. Ты давай на Березового иди. У него тут полудохлая армия. Я не могу на Березового пойти, потому что мне фиолетовый мешает. Давай предлагать, на кого он вообще мог попасть физически. Ультани за Ксива, ой, за Цина. Леонард. Только не забудь черную дыру двигать. Давай, ультани. А, блядь. Вот Гондон, Данил, сука. Теперь вообще способность не будет. Умно. Что я скажу? Мы тут вдвоем не можем убить его. Потому что на меня еще нападаете параллельно. Кто на тебя нападает? Кто там на тебя нападает? Я вообще в целом приеду. Ну не на меня, на оранжевого. Оранжевый я, мы вместе одна семья, ясно? Ладно, блядь, я вас оставляю, составить. О, Алексей, понимаешь, он вас оставил, а вы-то его не оставляете. Ну да. Оставь нам долги наши. Ебаный покос. Вот этот звяканик. Леонардо. Город отмещения улучшить можешь, Леонард? На ресурс отмечать. Энергия нужна, да? Ты этот дебил, забыл нахуй. Войну объявите ультану, блядь. Кто? Артём. Так, да. Мне кажется, он вообще не понимает, блядь, в случае. Артём, ты здесь? А он, блядь, да, я здесь. А чем ультану? Ксива? Да, городом я. Города. Алексей, мне нужно это. Сосать, блядь. Блядь, что там происходит? Я посмотрю. У вас там, походу, веселуха, а поглядеть не получается, здесь просто.
Судя по тому, как захватился город, мне кажется, там Артём. Бесконечно будет продолжаться. У меня, блядь, Тимонии нет из этих ебучих городов. Хорошо ультовать за Ксива. Банку. Вопрос на засыпку. Что я плохого синему сделал, что он меня пиздить начал? Ладно, еще желтый, блядь. А, блядь. Да я не знаю, я на желтого вроде бы собирал. Извиняюсь. Чуть-чуть сдвинуть. Алексей, ты что, не можешь послать авиацию и убить у него этот ведущий молот должен? Мы все от него страдаем. А, блядь, я забыл про него. Мне интересно, куда он падет? Может, точно не туда, куда я иду. Сука, ладно. Сосать. Ну я догадывался, что ты туда. Короче, я, блядь, сел на ноль нахуй. Нет ресурсов нахуй. Синя, что тут твое НЛО забыло? А, да я его посылаю, чтобы смотреть, что у вас там происходит. Для этого есть разведчик вообще-то. Надеюсь, ну вы его быстрее убьете, а НЛО медленнее. Артём, ты просто скажи, где этот молот? Да я его уничтожу. Я не знаю, найди его, у тебя же разведчик есть. Нет разведчиков. Ну всех построй нет. Разведчика, вы же там все строите эту ебучую авиацию. Сейчас, блядь, я ради тебя буду специально храм строить. Без шуток. Мне, блядь, на ковчеге вечно не хватает. С ковчега все же. Да вижу даже. Сделаю так. Это оранжевый у тебя есть Тимони? 68. Бля, мало. Угу. Сколько тебе надо? Тебе энергия нужна? Да. Сколько тебе дать? О, спасибо большое. Бля, сука, гантурас. Пидор. Че, Алексей, ты так не забрал у него молот, да? Нет. Короче, мне сейчас пизда будет. Надо было утонуть. А, текай.
откуда. Ох, блядь, гонится, он гонится. Ну где он? Нихера не вижу. Куда ты его засунул? Блять, я серьезно его найти не могу. В прятки играем, а не в Rise of Legends. Да, все будет есть. И нахрен, короче. Текаю. Это я реально понятия не имею в виду. Хотя, погоди, он тогда очень быстро стрелял. Он тогда должен быть максимально близко к центру. Да, он реально быстро стреляет, он где-то рядом. Прям совсем рядом. Это бункер. Вот он здесь. Где, блядь? Правее центра. О, все. Нашел. Блядь, не ту кнопку нажал, блядь. Ну-ка, блядь, все на повод наехали. А, город! Это уже не спасет. Рэнджи, у тебя как дела? Иди по флангу. Сейчас, блядь, кое-что построится. Построится. Уйду потихо пока. Ладно, я текаю отсюда. Видишь, где Левиафан? Да, вижу. Есть что заебашь? Есть что заебашь? Да, вроде да, сейчас. Видишь, где город вмещения? Есть что, да? Что, есть чем заебашь? Нету, нахуй. Да. Хуёво быть тобой. Подпас уже борт разрушен. Сейчас подмога к тебе. Тимония вообще ноль. Что за храм, блядь? Это я ради разведчиков строил. Ты же не думал, что я авиацию строю. Да и к тому же у меня православный квот с храмом там. Православный. Алексей, энергия нужна? Нет, у меня 5000 энергии. Куда мне ее девать? Пацаны, ту на Тимоне разменяют. Шахты уже туда строят. Тебе пизда отплывет, если хочешь. А, блин, ты тут уже строишь. Не успел. 100 Тимоне, 5000 энергии, это ошибись.
Скажи, почему я не лич? Как же так? Ага. Знал же, что мы больше не падаем. Что там, армию себе там? Разведчики быстро не понял. Блин, ягуары уже стоят дороже за Тимони брать, чем. Ты Левиафана убил там? Да. Ну хуй знает. Кверху можешь продвигаться потом на помощь ко мне? Помощь ко мне. Конечно. Тут вверх иду, это помогаю. Достижимо. Давай там, Леонардо, отбивайся относительно. Ну, а потом. Только аккуратно. Потому что он парень мощный. Все, он на тебя нападает, короче. Вот это срач вы тут устроили. Вот это да. В центре вообще трындец творится. Ага. Я, блядь, забыл пушечку посмотреть. По-моему, не совсем. Оранжевый, у тебя есть ресурсы? Чтобы я тебе мог город отдать. Город отдать. Дай мне Тимони. Сейчас тебе город снесут аккуратно. Да и вижу, да, блядь, вижу. Я там сделаю. Леонардо, это ты? Я Леонардо там был. Все, у меня Тимония нет. Считай, если я сдохну, то все. У кого Тимония нет? Серьезно? Да не убивай. Но механически не захватил город. Я вообще хуй знаю. Город за город. Восемь тысяч Тимония, куда его девать? А, как я понимаю, он ультанул и кучу идолов тебе снес, да, Лен? Он мне снес город и парочку этих, блять. Идолов. Идолов. Я ему тоже город. Блин, уже даже эти диски дорогие. Ой, погоди, как ты там появился? Спокойно. Так, вниз. Иду к тебе вниз.
Да не то, блядь, что ты сделала? Она, короче, челик не нужен. О, согласен. 5 против 3 играть. Туда-сюда, туда, короче, пинг-понг играть. Это желтый, да, был? Да. Ну все, хули тут делать уже. Чё? Ну кто у нас победит в итоге? Да надо сегодня плохо вообще, пиздец.